Кто гордость Якутии? В преддверии Дня государственности республики в Якутске презентовали новую всенародную премию. Жители Якутии народным голосованием в течение года каждый месяц будут выбирать якутян, добившихся успеха в разных отраслях. Врачи, спортсмены, главы поселений и многие другие, кем по-настоящему гордится наш регион. Всего определены 12 номинаций. Голосование будет проходить на сайте якутского Сахаинформационного агентства. Награждение и чествование лауреатов состоится ровно через год. Отметим, что первой номинацией премии определена самая народная профессия – учитель. По нашей версии, это самый лучший, самый известный учитель года, может быть, самый инновационный учитель, да, который применяет передовые методики, или у которого особый контакт с учениками возник, что его отметили, выдвинули и поддержали и земляки, и люди там из других, скажем, районов республики. 5 октября у нас празднуется День учителя, поэтому мы решили, что первая номинация будет именно учительская, поскольку это, ну, по сути, это профессия профессии.